Да вы знаете, всегда нужны наука, культура, искусство. Безусловно, должны быть не только нравственные, но и духовные ценности в нашей стране. Но только проблема в том, что если мы посмотрим по истории России, то лидеры в области науки, искусства, культуры и спорта никогда не ценились в нашей стране. Они находили всегда свое призвание на Западе, уезжая или за границей вообще, уезжая, вынужденно уезжая. Я очень верю в Россию. Я знаю, что эта страна вообще самое замечательное для жизни, для творчества. И как бы ни было тяжело, хочется как-то держаться и находить в себе силы продолжать совершать добро. Поэтому я за Россию и считаю, что в России все должно быть и будет в лучшем виде.